Иоланта, мне кажется, квинтэссенция любви и света. Редкий образ и редкая душа, которая вообще ничем не замутнена. Она взрослая девушка, как младенец. Ничего не оставила на ней отпечаток. Она абсолютно открытая, абсолютно любящая и тактильно касающаяся каждой души, очень ощущающая. Прекрасный образ, очень интересно в нем находиться. Эмоции переполняли, потому что каждая постановка Иоланты, мне кажется, приводит в театр новых зрителей. Достаточно краткая форма, 1:40, интересный сюжет. Никого не убивают, любовь побеждает, заставляет ее прозреть. Да. На моего героя нельзя смотреть с одной стороны, потому что он всегда в паре с Вадимоном. То есть они друзья закадычные. Вадимон такой лиричный весь, такой меланхолик. А Роберт, он любит жизнь, веселится. Бравый парень такой. Живой очень должен быть персонаж. Не ходульный. Она везде абсолютно настоящая, но она становится многогранной, когда начинает отражаться от незнакомого для нее человека. Потому что все остальные подыгрывают ей, и она не знает правды. Приходит Вадимон, такой же человек, как и все остальные. Но он не знает изначально о ее слепоте и не собирается ее оберегать. Риви, тебе понравилось? А папу слушал? Понравилось? О, понравилось. Ой, ты мой сладкий. На исторической сцене Мариинского театра состоится премьера оперы Моцарта «Похищение Сераля». Опера является одной из самых интересных и сложных для вокального исполнения. Она имеет большие арии, очень насыщенные, очень выразительные. И мы постарались и постановку в соответствии с задумкой Моцарта сделать как можно ярче. Сделали большой акцент на человеческие качества, такие как любовь, желание быть с любимой, желание быть с любимым. Прежде всего, показать контраст между турецким главным героем Пашой Селимом и также показать темперамент испанских туристов, в то же время людей, которые стараются отстоять свою честь и отстоять своих возлюбленных. Очень много молодых певцов, которые успешно исполняют Моцарта, безумно сложные арии. А также сложно сочетать диалоги драматические и играть персонажей, не только петь, исполнять музыкальный материал, сложнейшие, не самые простые арии, и играть как драматический актер, говорить текст как драматический актер. Это тоже безумно сложно, и спасибо большое педагогам, наставникам, которые нам помогали готовить спектакль, с нами занимались и подсказывали какие-то ценные вещи. Также маэстро Юстасу Францу огромное спасибо за то, что он с нами работал над языком, над стилем. Практически месяц мы занимались, и тот результат, который, надеюсь, всех удивит, вот он и будет. Я эту оперу уже пою давно, примерно 4 года уже. И мне было сразу же приятно, что в Мариинском театре будет постановка «Похищение Сераля».
Я очень обрадовался, потому что уже партия готова. И во всяком случае петь на немецком языке – это огромное удовольствие. Очень удобно, и согласные, и гласные. Согласные – это передают правильно слово, потому что специфика немецкого языка такая, что приходится кусать согласные и легко понимать слово. А гласные, соответственно, строить на немецком языке гласные очень удобно и звучно. Во всяком случае, я считаю, для моего голоса самый удобный язык – это немецкий язык. У меня двое детей, я очень много с ними репетировала, им нравятся диалоги какие-то, смешно, они так хохотали, вот. Все партии, которые я сделала, я все прохожу на детях. Действительно, очень красочная опера, одна из самых сложнейших партий в сочинениях, оперных сочинениях Моцарта. И режиссура просто шикарная. Я получил огромное удовольствие от всего процесса. И посмотрим на премьерном показе. Надеюсь, что получится передать зрителю все то, что нам передал режиссер. И вернусь еще раз к фразе «человеческие качества». Знаете, в сегодняшнем дне очень часто мы можем забывать о такой способности души, как милосердие и благие деяния. Вот в опере есть такая возможность по сюжету показать, что лучше поступить добродетельно и избежать человеческих жертв во славу любви, во славу романтики и во славу нашего будущего. Это мы увидим в опере «Похищение Сераля». Полный солдат, билетов нет, да. Премьера. Попытка реконструкции старинного императорского стиля в балете. Это музыка, декорации, какая-то грандиозность, хореография, актерское мастерство. Ты сам уж открывай? Открывай, держи. Ага. Они сами открывают. Можно идти. Поехали. Приятно прикоснуться к первому спектаклю Мариуса Петипа, который он, собственно, и поставил, да, на Мариинской сцене. Я считаю, это огромная удача и большая победа для всех нас. Ощущение какого-то подарка. Зритель сидит в зале, и он поглощен этим действием, именно симбиозом вот этой синтетической конструкции. Все, что должно быть в балете и что балет собой являет. Пойдем, садись рядом со мной. Этот путь работы над дочерью фараона, мне кажется, это была как какая-то эпопея. Можно было бы написать огромный роман, даже в несколько томов, о том, как мы это готовили. Было очень интересно, было очень много курьезных историй, иногда смешных, иногда даже трагических. В школе мы изучаем классический танец, мы изучаем искусство жеста. То есть это все исторически, оно до сегодняшних дней с нами. Но, наконец, воспользоваться вот этим багажом было достать из приятно. Кармашка.
процессе танца, да, вот, конечно, на репетициях это было одно, все-таки на сцене чувствуешь иначе. Ты, может быть, устаешь не в привычных местах, ты тратишь очень много энергии на мизансцены, потому что актерски вкладываешь, и, то есть учишься тоже по-другому распределять силы. То есть это все время такая не только физическая работа, это еще и умственная работа, и, конечно же, душевная работа, потому что нужно, чтобы на сцене, как говорит нам наш постановщик Тони, чтобы это был персонаж, это была балерина-артист. С Тони было работать очень приятно, несмотря на то, что он необыкновенно требователен к мелочам. Он мог останавливать каждую секунду и говорить: да я здесь могу до полуночи с вами пробыть, поэтому мы пока не получится, будем пробовать и пробовать. И мне вот что нравилось, что мы не только репетировали, тренировали вот какие-то элементы, мы именно понимали, от чего идут движения. Самое сложное это было передать весь текст пантомимы зрителю, и чтобы это было сразу понятно. Артисты, когда репетируют, мы либо проговариваем вслух этот текст, либо про себя его проговариваем, и нам это понятно. Вот зрителю, который впервые пришел на спектакль, может не понять это. Сколько я знаю, читал, что того времени не было огромное количество вариаций мужской. Более такое для балерины. Мне кажется, это логично, потому что красота – это балерина. И мы все солисты мужские очень долго работали, потому что второй акт – вариация одна. Но одна вариация не смотрится сложно, но на самом деле очень сложно. Главная легкость. Нельзя зрителям показать, что мне это сейчас трудно. My dream. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Сегодняшний концерт – это концерт посвящения памяти Александра Тураса, русской, грузинской пианистической школы. Который выступал по всему миру регулярно и особенно. Как пианист, который преподнес миру 5 концертов Прокофьева, когда-то считавшийся не особенно магистральным репертуаром среди пианистов всего мира. И его 4-й, 5-й концерт, например, он играл все 5 концертов смело и пробивал этим концертом, если хотите, дорогу к сердцам миллионов слушателей во всем мире, особенно юных пианистов.
которые просто не могли знать эти концерты так, как они там были. Он выступал со всеми оркестрами мира, но именно оркестр Мариинского театра стал главным другом, главным творческим партнером и, если хотите, собратом по вот такой непростой, но колоссально важной задаче, которую вообще не ставил перед собой какой-либо пианист. Когда-то концерт Чайковского первый тоже нуждался в исполнителях. Так ведь, Денис, да? Вот. И я считаю, что для нас, Денис, и для нашего оркестра это концерт особый, он далеко не единственный. Приятно говорить о том, что сейчас в Тбилиси, наверное, уже завершился концерт, открывающий фестиваль Александра Торадзе, или, как все его знали в мире, Лексо Торадзе, который еще полтора года назад играл здесь, нашим оркестром. Вообще одним из первых пианистов играл в этом зале, в этом новом театре тогда. Ну и, конечно, сотни и сотни и сотни раз мы выступали по всему миру. Может быть, это было 30 стран, может быть, 40. Это сейчас не так важно. Я хочу сказать, что и для Дениса Леонидовича, и для меня, и для всех нас это всегда было мгновениями творческого счастья, которые мы, может быть, не так замечали, потому что казалось, что оно всегда в наших руках. Так часто мы играли вместе, и играли, открывали фестивали по всему миру, играли в Финляндии, в Микеле, тогда это был «Малыш» фестиваль, именно вместе с ним, с Димой Хворостовским, которого тоже уже нет живых, и, конечно, и с Ольгой Бородиной, и с Юрой Башметом. А потом, чуть позже, тогда еще юный Денис подключился к такой же миссии, и в Стокгольме фестивале, в Голландии фестивале. Это наши были фестивали во многом. Это не фестивали, куда нас приглашали в гости, мы их создавали. Вот. И я никогда не забуду всего, что мы делали с Александром. А мне также хочется сказать, что мы с Денисом Леонидовичем во многом отвечаем за конкурс Чайковского, который скоро вернется в нашу страну, и мировое музыкальное сообщество будет следить за этим событием. Будет специальный приз Александра Торадзе. Будет также специальный приз Нельсона Фрейра, которого тоже публика здесь, в Петербурге, помнит по десяткам выступлений. Их обоих нет с нами, но, безусловно, молодые пианисты, юные пианисты, даже нынешние дети должны знать о таких легендарных, не побоюсь слова, легендарных, ярчайших и тончайших артистах, которые сделали невероятно много для великих композиторов и их лучших произведений. А если говорить о Александре Торадзе, это последнее, что я подчеркну. Невероятное количество исполнений, не только концертов Прокофьева или его сонат, а сейчас блестяще прозвучала седьмая соната, ее финал, но и Шостаковича, и Скрябина, очень редко звучащий Прометей. Сколько раз мы играли по всему миру, люди... Прометеус, конечно, знаменитая, ну как же, такой мифический герой. А есть произведения, которые надо играть, и далеко не все рискуют браться за такую задачу. Ну и, конечно, мы никогда не забывали о Игоре Стравинском. Сегодня прозвучала «Петрушка» для вас. Это тоже знак восхищения интерпретациями музыки Стравинского, который вырос вот тут, в 40 метрах от нашего парадного хода. Игорь Стравинский родился в Вороньенбауме, и мы скоро сделаем фестиваль Игоря Стравинского в Вороньенбауме. Это будет в день его рождения, 17 июня. Нам осталось пожить 2-3 недели. Я думаю, что есть люди, которые избирают почетный, красивый, но несколько, может быть, более простой путь к успеху. А есть люди, которые берутся за то, что еще неизведано или не доставалось с трудом никому или почти никому до них, и продвигают великое произведение к следующему уровню его признания, признания мирового. Вот таким вошел в нашу новейшую историю Александр Торадзе, ну а в нашу жизнь как самый родной, ближайший, ярчайший представитель нашей профессии музыкантов. Он также объединял собой и
огромное количество музыкантов Америки, России, еще некогда СССР, Грузии, где он вырос, где его отец был потрясающим композитором, мама знаменитой актрисой. Мы сейчас будем звонить в Тбилиси и, конечно, узнаем о том, как прошли торжества там. А я хочу, чтобы наши молодые, наши юные были достойны именно вот такого выбора, самого, может быть, трудного, самого дерзкого, а потому, как правило, и очень-очень успешно. Вам спасибо огромное, что вы сегодня с нами. Я добавлю несколько слов, маэстро уже все сказал. Я никогда не забуду первую встречу с Лексо. Это было здесь, в Петербурге, ровно 15 лет назад, когда я впервые с маэстро Гергиевым играл именно третий концерт Рахманинова. Не случайно мы сегодня его выбрали в качестве программы. И, кстати, открывал первый фестиваль «Звезд белых ночей» Лексо, который играл тоже третий концерт Рахманинова. Так что выбор программы был сегодня не случайен. Мы вспоминаем нашего дорогого друга. С первых же мгновений мы было ощущение, что мы знаем кучу лет, и это совершенно обаятельнейший, мудрый, очень веселый, жизнерадостный, с потрясающим чувством юмора человек, который обожал Россию, обожал Петербург, обожал Иркутск и Байкал, куда он неоднократно нырял вместе с маэстро. Это было легендарно. Причем он сначала думал, что это озеро, которое, в общем, ну, не такое холодное, как есть на самом деле. Мы спрыгнули с спрыгнул с небольшой лодки, лодка пошла дальше, он остался немножко там и понимает, что у него все начинает сводить, потому что Байкал в то время, как правило, во время нашего фестиваля, плюс 8 градусов вода. И здесь он оживился, и второй концерт Прокофьева был более быстр, чем обычно тогда. И это, знаете, каждая, если говорить серьезно, каждая встреча с ним – это момент счастья. Это какие-то уникальные археологические исследования любой музыки, ну, конечно, в основном русской музыки. Он был одним из самых главных экспертов Прокофьева, Стравинского, Скрябина, Рахманинова, безусловно. Сколько он давал своей любви своим ученикам, сколько он давал любви своим друзьям. Его очень не хватает. Для меня это как будто он уехал на гастролях. Вот такое ощущение. И, конечно, светлая память нашему дорогому другу, великому пианисту и человеку Лексо Тарадзе.